Siempre. Итак, давайте сначала определимся, для чего нам нужна машина. И в прежде очередь некоторые берут эту машину для того, чтобы ездить на каждый день, а это, в принципе, возможно, если вы умеете крутить ее самостоятельно. Вместо «Жигуля» отличный выбор, она реально надежнее, чем «Жигуль». И некоторые, второй тип людей, которые покупают тридцатки, это просто наваливать, делать из них спортивные снаряды, и это тоже, в принципе, возможно, но в реалиях сегодняшних, скажем так, это уже немного дороговато. Поэтому... Первоначально, для того, чтобы купить нормальную тридцатку BMW, вам нужно, в принципе, в любом регионе, это не относится к Украине, в принципе, к России, Беларуси и к остальным странам это тоже относится, но, я думаю, в меньшей степени, особенно Украина и Россия, первым делом смотрим на документы. Машина должна быть честная, должна переоформляться. То есть у нее должен присутствовать дублирующая табличка и ВИН, и двигатель, предназначенный заводом, чтобы не было никаких косяков. Реально процентов 90 всех автомобилей, они продаются по доверке, по техпаспорту, в общем, непонятно как, говорят, что есть связь с хозяином. В общем, по факту это машины, которые не переоформляются, и они стоят реально, в общем, дешевле. То есть только МРЭО, только переоформление, экспертиза, вот эти вот все процедуры вам, в принципе, необходимы. Давайте перейдем к тому, вот, допустим, вы выбрали машину, вот вам говорят, что у нее есть документы, приезжаем смотреть тачку, и с чего мы начинаем смотреть? Начинаем смотреть, в принципе, можно посмотреть уже по фотографиям, вот, например, как собрана морда. Реально у тридцатки очень много вот этих всяких элементов, из чего она состоит, то есть по морде. И вот когда она получает по морде, например, вот этот вот зазор, когда уходит телевизор, его очень тяжело добиться. Так же, как вот эти вот все зазорчики пляшут, расположение фары в решетке, поворотника, фартуха, губы. Вот из-за того, что очень много элементов, при нарушении одного из них, скажем так, силового элемента, вся конструкция уже будет выглядеть реально криво, и по фотографиям это можно понять, и реально, например, уже и не ехать за этой машиной. Если же вы все-таки приехали, посмотрели, вот, допустим, спереди вас машина устроила. Давайте сразу определимся, машины рестайловые и дорестайловые. В общем, пластиковые бампера без хрома – это рестайл. Почему-то в народе говорят не рестайл, а именно про E30, а переход. Почему переход, я не знаю. В общем, второй переход – первый переход. Первый переход – это типа как дорестайл с хромом. У меня была 323 серая, которая идеальная, которую вы можете посмотреть вот по ссылочке в описании. У нас почему-то, все кроме одной. Вот это вот дорестайловая машина с хромированным бампером. Видно по зазорам, по капоту, что какие-то моментики здесь присутствовали. Ну, давайте хорошо. Откроем капот, и я вам покажу под капотом, куда надо смотреть, что нужно в первую очередь осматривать своим опытным взглядом. Так, а кто откроет капот? Итак, типичное состояние тридцатки, в принципе, вот такой вот. Это M20 двигатель. Вот здесь расположена дублирующая табличка. Короче, если по-честному, то такое не переоформляется. Ну, но, как вы знаете, мы живем в стране возможностей. И иногда это можно переоформить все. Далее смотрим вот сюда, в нишу аккумулятора. Здесь расположен угол вот этот вот. И на него бросает грязь с-под колеса. Поэтому вот в этом месте у всех уже поварено. Ну, здесь тоже поварено. У кого не варится, тому нужно поварить. И точно такая же ситуация с той стороны. Под блоком предохранителей, в общем. Туда тоже летит грязь под колеса, и там у всех реально выгнивает. И потом затекает вода в салон, и потом у вас гниют пороги и все остальное. Пороги. Не пороги, а полы гниют. Так, давайте, кстати, по поводу двигателей определимся. Реально большинство тридцаток это или на M10, или на M20 двигателе. Также есть автомобили, вот конкретно как этот, рядом стоящий с M40.
принципе, вот, смотрите, как должна выглядеть дублирующая табличка. На родном месте. Вот это вот правильная тридцатка. Смотрите, телевизор на месте. Все как бы по заводским точкам. Здесь заводские точки. Здесь смотрим, видите, он весь ровненький, весь красивенький. Вот так вот, в принципе, и должен выглядеть BMW E30 под капотом. По двигателям вообще у E30 очень большой разброс был линейки всех двигателей. Это от дизелей до бензиновых моторов. Ну, давайте так, S14 мы брать не будем. И нестандартные моторы тоже мы не рассматриваем. Поэтому все моторы, которые ставились на E30, они все беспроблемные. И все, в принципе, ходят. Ну, просто некоторые валят, некоторые не валят. Но даже самый дохлый M10, если он будет на заводских колесах, в заводском состоянии, он все равно будет делать бёрнаут, скажем так. То есть это реально очень большой плюс E30, почему их так сильно и любят. Смотрите, также стаканы. Вот эта полка, она от пробега может немного надуваться. Если получал какие-то удары автомобиль по колесам, скажем так, если влетал в какие-то ямы, оно может надуваться, вот эта вот чашка. И двигателя, которые были N20, они тяжелые, поэтому у них почему-то у всех рвет от гайки вот в сторону опорного подшипника. Здесь мы таких проблем не видим. И вообще, если вы берете машину под проект, кстати, вот, смотрите, это, в принципе, нетипичное состояние, но такое тоже случается у некоторых вариантах. Вообще, если вы берете машину под проект, то я советую брать изначально, если вы ищете хороший кузов, именно версию 1.6, 1.8, так как эти машины меньше всего получали под хвост и, соответственно, лучше всего сохранились. Также у них было меньше нагрузки от веса, хотя веса, в принципе, там не сильно и много. Но реально, все машины, которые я видел, скажем так, я видел очень много машин, я вот на протяжении сколько лет, 7, наверное, покупаю по 4-5 машин в личное пользование, то есть я реально через мои руки прошло очень много машин, и весь мой опыт основывается именно, ну, только на скажем так, на себе я это все проверил. Я кучу раз ездил по разным городам и выбирал машины, смотрел, и которые потом не переоформлялись, и я их не покупал. В общем, вот эти вот моменты смотрим. Идут трещины, ну, вообще это не типично, что здесь трещина идет. Трещины в основном у всех на машинах, которые наваливали, идут вот в этих вот местах. Давайте мы у кого-то посмотрим. А, смотрите, здесь стоит у человека задняя резинка и молдинг задний стоит от Жигуля. Он почти похож на оригинальный, но оригинальный реально на 2 мм больше. И вот эти вот 2 мм, они очень сильно решают. Так же, как и спереди. Смотрите, видите, здесь получается щель, и вода затекает и в салон, и спереди, и сзади, и у вас опять же гниют полы. А в общем, гнилые полы — это как бы плохо. Также, если мы смотрим тридцатку снизу, мы должны посмотреть на то, что в общем, не на потеки масла, которые там будут по-любому, а на то, чтобы машина не была в мастике, вот это вот обработана, знаете, как-то говорят, машина поварена, покрашена, обработана, вот это вот советская обработка вот этим пушсалом или еще какой-то черной шляпой, это, в общем, может скрывать очень большие неприятности. Также я не советую покупать тачку, которая полностью зашумлена в салоне, ведь под эту шумку, как бы вы ни укатывали, туда все равно попадает влага, а в тридцатке она реально очень просто может попасть вам в салон через многочисленные проблемы, которые я еще дальше вам расскажу. Поэтому лучше отсейте просто эти варианты, и те, кто собирается зашумить полностью тридцатку, ну, блин, не делайте этого, она все равно, ну, не станет новой, как новая машина по шумке, а проблемы, короче, у вас будут. Вот вам пример установки рестайлового бампера на дорестайловую машину. Дорестайл отличается не только задними фонарями, но и чуть-чуть другой жопой. У нее идет арка немного ниже. У рестайла идет немного ниже арка, и чуть-чуть как бы из-за этого вот эта вот длина, она прячется. Так, внешне мы посмотрели, ну, конечно же, гниют арочки. Ну, это вы, в принципе, уже визуально, если вы даже не специалист, вы это все увидите. Конечно же, лучше выбирать машину в хорошем состоянии, которая именно сохранилась изначально в хорошем состоянии, а не уже поваренную машину. Ведь, как мы уже знаем, все, кто смотрит мой канал, знают, что все, что когда-нибудь было поварено, оно через какое-то время уже все равно вылезет обратно.
Так, давайте определимся с люком или без люка. Брать лучше 30-ку. Конечно же, лучше брать 30-ку без люка. С точки зрения, что без люка 30-ки лучше сохраняют свои пороги. Ведь у BMW E30 выведено два слива воды с люка. Первый слив под бампером. Вот он идет в вот этом вот месте под бампером. Он выходит, идет трубка вот так, вот так, вот так. И здесь как идет фальш-корыто, скажем такое. Вот эта вот бархоточка, она, в принципе, здесь, ну, для того, чтобы не было аэродинамических шумов, скажем так. Она, это не сальник, из-за нее, ну, не может течь люк. И даже если ее здесь не будет, вся вода будет течь во второй, скажем так, желоб, с которого через вперед и через зад выходит вода. Спереди идет трубочка в порог, и поэтому, если она забивается, она, скорее всего, забивается уже в самом пороге, сливчики. Некоторые люди их заваривают, и у вас уничтожаются пороги. Если у вас течет люк, значит, там было или какое-то уже вмешательство стороннее, либо машина у нас настолько гнилая, что вот этот фальш-потолок металлический, он уже прогнил, и просто тупо с него течет. Далее, выбирать машину по салону, я думаю, это глупо, но все-таки обратите внимание, было бы хорошо, если бы на вашей машине была торпеда без трещин. Если она без трещин, давайте я покажу торпеду без трещин на своей машине. У всех E30, которые, ну, имели очень большой пробег или хранились на улице, от жары реально появляются трещинки. Особенно эта проблема, конечно, туго обстоит в Америке. Я смотрю на цены на американские панели, которые без трещин. В Америке, в общем, по 800 баксов эти панели стоят. Просто космос. Ну, опять же говорю, это просто как приятный бонус. А, еще смотрите, чтобы машина была с родными сидушками, потому что они реально очень низкие, а если в ней уже стоят даже от E36 сидушки, которые практически болтон становятся в E30, они реально выше и по высоте, и вы туда уже упираетесь, даже если вы среднего роста, вы будете упираться в потолок. И по толщине они шире. И то есть задний ряд, если вы планируете кого-то возить сзади, то есть у него будет меньше места. И вот для примера, купе и седан. На самом деле купе у BMW нет, это не купе, это двухдверный седан, идет по спецификации именно компании BMW, потому что они идентичны, то есть по всем размерам и купе, и седан, они одинаковые по всем размерам, то есть можно, грубо говоря, крышу отрезать от седана, прилепить на купе, кроме центральной стойки отличий никаких не будет. Так же самое по всем другим габаритным размерам, они полностью идентичны. Поэтому место в салоне одинаково, как в седане, так и в купе. Но в связи с тем, что у купе большая просторная дверь, через которую легко заходить, а у седана маленькие дверки, реально на задний ряд иногда проще заходить через переднюю, боковую, скажем так, правую сидушку купешную. То есть просто вы откинули сидушку и свободненько зашагнули на задний ряд. Загоняем машину на подъемник и смотрим задние карманы. Задние карманы, лонжероны, в принципе, у 30-ки не гниют. Могут быть вопросы по передней балке, потому что она может там в некоторых моментах отпадать. Или недобросовестные специалисты, которые ее уже не раз снимали. В общем, болты могут проворачиваться, передние лонжероны некоторые распиливают. В общем, колхозе там, смотрите на сварочные работы в районе передней балки. По задней балке, тоже сайлентблоки задней балки, они, ну, как правило, к этому пробегу уже меняются. А вот сайлентблоки рычагов, как передних, так и задних, они могут, в принципе, сохраниться и до наших дней невредимыми за 30 лет. Она реально готова терпеть очень и очень, скажем так, плохое к ней отношение и будет вас возить до последнего. Реально машина очень надежная. Если вы ее взяли более-менее нормально, она вам прослужит очень долго. Но, опять же, если вы хотите, чтобы ваша машина была всегда в идеале и прям вылизанная и красивая, без рыжиков, без ржавчинки, то это будет космических денег стоить. Это будет реально очень дорого. И для тех людей, для перфекционистов, кто хочет машину на каждый день, и чтобы это было недорого, в общем, я не советую к покупке E30, потому что, я же опять же говорю, это очень дорогая машина, ну, если вы хотите, чтобы она была, ну, реально как машина, как была очень красивая, в общем, нализанная и без всяких проблем. А так, если вы хотите просто на машине ездить, вы, в принципе, ну, вам все равно на ее внешний вид, там, некие царапинки
или какие-то маленькие рыжики вас не пугают, то, в принципе, даже на 2021 год можно покупать машину, если у вас ограниченный бюджет. В общем, тридцатку найти за 2500 долларов, какую-то 1.6-1.8, и, в принципе, на ней ездить, там, по выходным иногда развлекаться, там, с каким-то ремонтом. Просто не запускать ее, чтобы она, там, не стала на ходу, там, грубо говоря, и все. По проводке, там, проблем у этих кузовов, в принципе, нет никаких. По кузову, конечно, да, если бы тридцатка еще не гнила, опять же, как и гелик, если бы гелик не гнил, то это была бы просто супер незаменимая машина. Также и у Е30. Вся проблема Е30 в гниле и в прошлых владельцах. Ну, далеко не всегда на Е30 ездят нормально адекватные люди. Это та машина, которая получала под хвост, в принципе, с самого завода и по...